Праздничный концерт, посвященный открытию символа приближающегося Нового года, главной елки Московского района, собрал на одной площадке горожан и гостей города над Бугом. Танцевальные и музыкальные номера, мини-спектакли, много шуток и хорошей музыки создали непередаваемую, торжественную и одновременно теплую атмосферу. Поздравляю с этим событием собравшихся, глава администрации района Вадим Кравчук отметил, что в 2016-й, несмотря на сложности, мы входим с хорошими результатами работы и большими планами на будущее. Московский район – это самая крупная территориальная единица по численности населения среди регионов Брестской области. Благодаря именно вам, нашим трудолюбивым жителям, из года в год Московский район становится все краше, уютнее, комфортнее, привлекательнее. И когда мы зажгем эту нашу замечательную главную елку Московского района, станет еще и ярче. Когда на город опустилась настоящая ночь, один из самых волшебных моментов свершился под аплодисменты и многоголосое «Раз, два, три, елочка, гори!» Главная красавица Московского района засверкала мириадами огней. Гори! Гори! Гармонично дополняют образ областного центра и другие праздничные украшения. Внимание малышей и их родителей уже не один день привлекает новогодний подарок, расположенный рядом с главной районной елкой, а также украшенное зеленое насаждение вблизи здания администрации района. Жители позитивно оценивают городское убранство и отмечают, что приближение одного из самых любимых праздников чувствуют, хотя и признаются, что кое-чего для полного счастья все-таки не хватает. Вот наш второй Новый год, мы в том году были маленькие, этот год уже на полную. Бегаем, фотографируемся, украшения города отличные, праздник, песни. Конечно, снега не хватает для полного веселья, для полного счастья, а так все хорошо. Мне очень нравится этот концерт. Музыка очень красивая, интересная. Город красиво украшен, но будем надеяться, что еще когда огоньки появятся, будут еще краше. Правда? Тебе нравится, как город украшен? Ага. Анастасия Стропко, Евгений Процнель, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.